Библию ночь, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Осенняя лирика наполнила стены Центральной библиотеки. Традиционное мероприятие «Библия-ночь», которое обычно проходит в апреле, перенесли. 3 октября отмечают день рождения Сергея Есенина, поэтому юбилей всем известного поэта заслужил особое внимание. Все площадки сегодня у нас посвящены какой-либо из тем, которые писал Сергей Есенин. У нас будет интеллектуальная игра «Что, где, когда», посвященная творчеству и биографии Сергея Есенина. У нас будет концерт, посвященный Сергею Есенину. Потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли. Евгению Цыдыпову творчество поэта по душе. Большинство его произведений он знает наизусть. Перед зрителями на «Библия ночи» выступил со стихотворениями «Несказанное синее нежное», «Шагане ты моя Шагане» и поэмой «Черный человек». Год назад был, ну там я не выступал, а просто был как зритель. А сегодня я был вот, читал стихи Есенина. Я люблю это вот поэта, его творчество, начиная с 15 лет, с детства читаю. Ну как бы до 15 лет не знаком был, а потом... Как прочитал томик и вот с тех пор полюбил, вообще поэзию полюбил. Есть точки соприкосновения поэта, допустим, с тобой как-то они находятся, чем-то тебя задевает эти произведения, и поэтому и как бы читаешь, и учишь, и читаешь. Те, кому близко творчество Сергея Есенина, приняли участие в программе, рисовали иллюстрации к стихотворениям автора и делали из бумаги любимый цветок поэта – василек, который он ассоциировал со своими глазами. Сейчас сделаем вот такие вот цветочки. Вот, они голубого цвета, и мы сейчас пришли на мастер-класс в библиотеку на праздник. Мастер-классы и викторины дополняли фотозоны. Посетители фотографировались березовыми ветвями и русской печью.